Друзья, привет всем! Мы запускаем серию программ о музыке. Меня зовут Вениамин Вихрев, и я буду вести эту передачу. Мы погрузимся в мир христианской музыки и вместе будем искать ответы на самые разные вопросы, которые касаются этого прекрасного подарка Бога людям. Музыка, в том числе христианская, очень разнообразна. Но у нее есть одна общая черта – она оказывает значительное влияние на жизнь человека. Поэтому к ней стоит относиться со всей серьезностью. В то же время важно отметить, что взгляды на музыку в христианском обществе сильно разнятся. Поэтому мы не будем говорить здесь с позиции утверждения чего-либо. Мы будем задавать вопросы, спрашивать мнения и вместе изучать позицию Библии. В нашем первом выпуске мы решили узнать, что слушают христиане сегодня. Мы поговорили об этом с людьми разных возрастов. Что они нам рассказали, смотрите дальше. Приветствую тебя. Пожалуйста, представься, расскажи немного о себе. Может быть, какое-то служение в церкви несешь. О нем тоже расскажи. Отлично, молодец. Расскажи нам, пожалуйста, какую музыку ты слушаешь, какая музыка тебе нравится, какую музыку ты любишь. Ну, когда мне нужно было найти, я так поняла, посмотреть у себя, что я чаще всего слушаю. И я по своему плейлисту посмотрела, и вот что я выписала. Из исполнителей я заметила, что я много слушаю Игоря Цумана, потом Тамбовский хор, если вы знаете, братский хор Тамбовский. Угу. Потом есть такой канал на ютубе «Sound Like Rain». Там поют муж с женой, они очень просто поют, я поняла, что они какие-то менониты, скорее всего. Потом мне нравятся песни Руслана Лукана старые, еще его альбомы, я не помню. 2010-х, мне кажется, где-то. Есть песни «Пути и дороги, да, они веселые, печальные». Ну, вот такие вот старые песни, новые я не слушаю. Потом мне нравится еще тоже студия «Сибирского объединения». Много слушаю песен. И есть один молдавский исполнитель Михай Гидора. Он тоже композитор-исполнитель. Но я не все песни его слушаю, но мне нравится, как он поет просто. Потом из альбомов поискала. Альбом «Ты судьба моя», я его много слушаю. Потом есть такой канал «Эл Шалом», если я правильно прочитала. И там есть отдел или плейлист, как правильно назвать, где гитаристы играют. Мне очень нравится, как они играют. У них есть несколько произведений. Именно инструментальное, да? Да, это из инструментального. Тоже альбом «По твоим стопам». Ну вот первое я Игоря Цумана сказала, но я у него слушаю только песни. Я инструментальное не очень люблю. А уже из конкретных песен я так подумала, можно сказать, что-то прям, что конкретно нравится, прям очень. И в каком стиле исполнения, то есть несколько песен прям любимых. Андрей Желиховский, песня «Я желаю тебе повстречаться с Христом». Вот это прям очень одна из моих любимых песен, потому что там и вокальное исполнение такое очень приятное, естественное, правильное. И очень продуманно все сделано. Аккомпанемент, и как он исполняет, и слова песни, и смысл песни. Потом есть еще одна песня «Иисус покров души». Я поняла, что исполнитель немец, но он поет на русском. Такая песня как будто по старинку, не знаю, гармония такая как будто американского немножко стиля, но такая старая, как будто очень красивая песня, прям вот побольше бы такого. Потом из репертуара уже и конкретно наших братских любимых песен таких, есть песня «Вернись Христу, прошу тебя, вернись». Очень красивая, она мне нравится, она как будто тоже под старинку. И такая простая. Потом «Мы пилигримы», тоже очень красивая песня. «Пролегает путь долины плача», это просто одна из любимых песен моих. «Драгоценное время». «На этой земле я лишь прохожий», если вы знаете. «Как дорого небо», тоже очень красивая песня, она в миноре, я почему-то очень люблю минорные песни. И «Небо дарит спасенным Бог», это тоже из, по-моему, «Сибирское объединение», если я не ошибаюсь, но это точно наше братство. А вот есть еще одна песня, она на украинском.
«Хрест брата» называется. Вот она очень красивая, хотелось бы побольше такого. В общем, я почему эти песни в отдельности назвала? Потому что, в общем, можно сказать, что нравится то, что такого духовного содержания, то, что назидает. И больше мне нравится это, когда уже идет уклон такой в современную музыку, в современное исполнение, особенно когда эстрада, я не знаю, почему не идет. Вот. И нравится, когда песни еще как будто, как раньше они были больше, говорят о Боге, о небе. И немножко не нравится современная тенденция постоянно петь о семье, о маме, о папе, о радостях, о свадьбе, не знаю. Много такого сейчас. Но, честно, больше хотелось бы духовного содержания. То есть богоцентричные такие произведения. Да. Слушай, ну вообще отлично. Спасибо тебе большое, потому что ты, мне кажется, лучше всех подготовилась и очень много произведений назвала, и все такие классные. Мне тоже они очень нравятся. Вот, поэтому большая благодарность тебе за твое участие. Пусть тебя Господь благословит в твоем служении. С Богом! Спасибо, вас тоже. Минус 50 кипяток. Приветствую тебя. Давай познакомимся. Расскажи, как тебя зовут, чем ты занимаешься, увлекаешься, твое служение в церкви, если оно есть. Поделись немного с нами. Зовут меня Виктор. Виктор, шестой в семье, у нас многодетная семья. Занимаюсь в церкви посещением бабушек, старец. Вот, ну, как-то так кратко. Да, очень хорошее служение, кстати. Расскажи нам, пожалуйста, какую музыку ты любишь слушать? Какую слушаешь? Если как бы глобальную музыку какую-то, ну, допустим, люблю Баха, Моцарта слушать произведения. Ну, нравятся такие, более такая музыка. Если христианская, то нравится Баджик. Вот, как-то у него такие песни проникновенные, и они со смыслом, и как бы нравится сама репертуар, какие он создает, как бы. А такая музыка нравится. Ну, я не музыкант. Ну, как бы чуть-чуть играю, но пою, но не музыкант. Но вообще как любишь, ты как бы ежедневно музыку слушаешь, да? Ну, вообще, да. Слушай, а какие-то исполнители, может, есть, которые не из нашего братства? Какие-то, ну, например, многие отмечают Харольского. Ты вот его слушал, как ты вообще к нему относишься? Харольского, ну, нормально отношусь, даже слушаю. Ну, не все песни, как бы, там, есть, которые песни там не совсем нравятся, а, в общем, хорошее, да, хорошее исполнение, можно сказать. Может, еще есть какие-то исполнители, которые вообще такие редкие, многие про них не знают, и мы бы сейчас о них услышали. Ну вот, у вас, наверное, получается, Давид Оглы, вот, тоже хорошо поет, тоже не только недавно о нем узнал, как бы мне нравится. Маяков Даник тоже, нравятся его песни, не его песни, а его исполнение. В христианской музыке ты больше на что делаешь акцент? Именно на слова? Или, может быть, на саму музыку, или на качество исполнения? Ну, вообще, на качество, на музыку, наверное, на слова, наверное, малую роль, наверное. Ну, конечно, это играет роль. Ну, да, второстепенно. Да. Хорошо. Спасибо большое за твои ответы, за твое участие. Пусть тебя Господь благословит. С Богом. Спасибо, да. Все, до свидания. Приветствую вас. Представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе и каким служением в музыке вы занимаетесь. Меня зовут Владимир Зинченко. Владимир Петрович, наверное, уже 70 лет как бы мне
Музыки я занимаюсь, в музыке в церкви с 15 лет. Регента меня поставили. Потом я занимался духовым оркестром. Первый был у нас в Харькове, в области, в нашем братстве. Потом я был пресвитером в Москве 20 лет, с 80 по 2000. Там музыкой я мало занимался. А уже в Америке занимался с симфоническим оркестром, занимался аранжировками. А сейчас самое главное, это я сайтом занимаюсь. Ну, ты братство, может быть, вы знаете, есть такой сайт. Да, конечно. Вот это то, чем я занимаюсь сейчас. Вот через ваш сайт очень большое количество музыки проходит. Для тех, кто не знает, это сайт ВПЗ, вот, «Ноты братства». Очень много материалов, очень много музыки и различные материалы. Можете поделиться, какая музыка вам больше по душе, какую музыку вы любите, может быть, какой-то определенный стиль или жанр вам по душе больше? Ну, во-первых, я вырос еще в Советском Союзе, и тогда вообще-то музыка, даже светская, мирская музыка, она была основана в основном на классике. Это народная, ну и так называемая советская эстрада. Это примерно то, на чем я вырос в детстве. А церковная музыка тогда была, ну, в общем-то, намного проще, чем сейчас. Она была в основном основана на тех прохановских трех сборниках или десяти сборниках. Три нотных сборника, десять сборников, значит, одни слова были. Гусли, вот это вот, песни христианина, вот эти песни. Так что у меня, в общем-то, в голове в основном классика, такой стиль. Мне больше подходит вот стиль, ну, я импонирую, стиль, который в МХО, в общем-то, как бы защищается, пропагандируется, где-то так. Ну, хорошие есть и современные, я как бы не чуждаюсь, есть хорошая современная музыка. Так что примерно вот так вот я фильтрую контент для своего сайта. А может быть, есть какие-то исполнители, которых вы слушаете чаще всего, как-то для себя выделяете, которые больше вам импонируют? Есть такие, которые чаще всего играют у вас там дома где-то или в машине? Ну, я уже так чувствую, что вы, наверное, хотите, чтобы я вам назвал вот именно современных таких. Сейчас целая плеяда, как бы вы из небытия где-то появилась, потому что YouTube стал как бы, ну, разрешенным, и тут целая куча каналов. Подписывайтесь на мой, ставьте лайки и все такое. Вы знаете, это все дело текучее. Дело в том, что мне 70 лет, я уже просмотрел за свою жизнь и переслушал, но столько музыки, что всех исполнителей трудно как бы даже их перечислить. А из современных, да, мне нравится. Мне нравится и ваше там исполнение. И вот эти все современные, да, Перевековский мне нравится, как стиль его сам, вот, он хороший композитор нашей современности, вот, Махмуд Аглы, там, вот эти все ребята, братики, я многим из них помогал выйти, так скажем, ну, в свет на сайтом или на канал. Так что мне вы все нравитесь, почему? Потому что сейчас очень намного возросло исполнительское искусство, ну, потому что люди грамотные стали. Мы так пели все время намного проще. Так что все вы мне нравитесь. Все вы мне нравитесь по-своему. Не переживайте, я вас всех люблю. Спасибо большое за ваши ответы, за ваш рассказ о музыке. Очень приятно было пообщаться и вот поделиться таким опытом. Спасибо вам за это. Благословение вам, с Богом. Приветствую тебя, брат. Представься, пожалуйста, как тебя зовут, и расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, и, может быть, ты какое-то служение в церкви несешь. Зовут меня Вилли Лакир, я с села Хорошего, ну, Алтайский край, там маленький поселок такой здесь, церковь у нас, ну, так, довольно приличная, но по количеству членов, но в церкви я помогаю с молодежью, так, но больше не знаю, что еще могу сказать.
Ну, расскажи нам, пожалуйста, какую музыку ты слушаешь, какую музыку ты любишь. Только ту, которая перед выходом побывала под определенным трафаретом Хо. Да, это, конечно, говорит, что помимо этого я ничего другого не слушаю. Но в основном в моем телефоне, в Телеграме и в наушниках я слушаю уже то, что проверено Хо. Дело в том, что музыка — это вообще как поклонение Богу. Поэтому, если я слушаю музыку какую-то, я становлюсь косвенным участником поклонения. А если это поклонение вдруг неправильное, то это поклонение не Богу, а идолу. Это очень серьезно. Знаете, я никогда не встречал в христианстве такого мнения, что поклонение в духе МХО, что это в принципе не угодно Богу. А вот то, что оно у Бога и скучно, это я слышал. Также, наоборот, думаю, каждый знает, сколько существует бесед братьев из МХО о том, как важно правильно поклоняться Богу. Поэтому я солидарен с теми, кто переживает, чтобы правильно поклоняться Богу. Слушай, может, какие-то исполнители тебе больше симпатичны, больше нравятся в плане музыки, в плане их подхода к этому? Или, может быть, есть какие-то любимые песни? Так, как кого-то определенно не могу сказать, а именно то, что последние выходят какие-то альбомы в МХО, так, то, что и то, и как бы часто чаще слушаю. А так, как определенно, нет, у меня никому как бы так не имею больших предположностей. Спасибо большое тебе за участие, за то, что ты поделился своим мнением. С Богом. Привет, расскажи, пожалуйста, о себе, представься, как тебя зовут. И, может быть, какое-то служение в церкви ты несешь? Об этом тоже немного расскажи. Привет, меня зовут Олеся. Я несу в церкви в основном музыкальное служение. Также бывала на записях, записывали несколько альбомов. Ну и так стараемся славить Господа, как можем, как умеем. Слава Богу. Скажи, пожалуйста, нам интересен такой вопрос. Какую музыку ты слушаешь? Какая музыка тебе нравится? И какую музыку ты любишь? Ну, если говорить так открыто, то я скажу, что с инструментальной музыки мне очень нравится музыка Игоря Цумана. Вот, печали, куда теперь идти мне, я стараюсь, это, ну, в очень разных характерах, есть более веселые, есть вот печали, мне это вообще очень нравится, эта песня, и инструментальная тема очень красивая, мне очень нравится. Еще мне нравятся инструментальные темы Виталия Русовука. Если говорить конкретно о песнях, то мне очень нравится творчество Перебековских, и в частности Виктора Перебековского. Это для меня вообще фаворит в музыке. Всегда его песни в моей машине. Он для меня... Его песни меня очень назидают. Одна из песен, песня «Инвалида», она как бы заставила меня посмотреть на мир глазами инвалида. И я совершенно по-другому начала задумываться и относиться к таким людям с ограниченными возможностями. И как-то захотелось мне даже что-то сделать, как-то больше послужить таким вот конкретно людям. Еще мне очень нравятся песни Петра Бальжика также. Одна из последних, вот, «Рождественский рассказ», очень нравится. Еще у меня был случай такой, подвозила однажды неверующих людей в семью, и звучала песня, сейчас скажу, какая, вот это вот там, где припев «Любовь — это то, что меняет и лечит», и там такие слова были: «От Бога любовь никогда не калечит». И у нас получилось очень, на фоне этой фразы, у нас получилось очень интересное беседа с верующими людьми. Поэтому это, эти песни, они работают, они действительно заставляют людей задуматься. И... Да, то есть это еще раз подтверждает то, что музыка, она действительно очень влияет на жизнь человека. Еще очень немаловажно, чтобы именно
не только слова были, но вот чтобы они были подчеркнуты вот конкретно музыкой. Конечно, основное слова, я не спорю, но музыка, она располагает человека, и она может подчеркнуть смысл. Да, помогает передать характер. Согласен. А еще очень хорошо работают песни Давида Махмуда. Они меня часто останавливали в искушениях, вот особенно песня «Ты смотришь за мной, спасибо тебе». Это тоже очень сильная песня. Спасибо большое за то, что поделились с нами вашим мнением, за ваше участие. Пусть вас Бог благословит в служении и в благовестии. Я хочу пожелать всем, вот занимаются творчеством, вот за эту песню, что от Бога любовь никогда не калечит. К сожалению, мы очень мало знаем автора этой песни. Это Ольга Левченко. Она действительно пишет очень глубокие песни. Хочу пожелать всем авторам, исполнителям, композиторам вдохновений от Бога, сил в этом труде нелегком. Я на самом деле сама знаю, чего стоит этот труд. Но помните все, что труд ваш не тщетен. Все, спасибо, спасибо большое, с Богом. Приветствую, брат. Представься, пожалуйста, расскажи немного о себе, расскажи, какое служение ты в церкви несешь. Ну, меня зовут Шевченко Павел, я с Новоселки, это Украина, Одесская область. Ну, в церкви служения занимаюсь духовым оркестром, ну, аранжировки пишу для духового. Расскажи нам, пожалуйста, какую музыку ты слушаешь, какую музыку ты больше любишь, какая музыка больше тебе по душе? Ну, я слушаю христианскую музыку и слушаю только композиторов нашего братства. То есть у тебя в этом плане прям строго, да? Ну да. А какие жанры, может быть, больше, там, например, духовой только, вот если ты занимаешься именно духовые, там, например, произведения, или ты... Разное абсолютно. Ну да, я в основном, ну, больше предпочитаю духовой. Ну как, только в этом нахожусь, больше духовой. Слушай, ну не бывает такое, то, что, например, ты песню какую-то услышал, потому что есть же еще много произведений, которые там люди либо не входят в состав нашего братства, но все равно такие песни бывают у них какие-то, ну, можно сказать, похожие на дух нашего братства, такие умеренные, спокойные. Бывают, может быть, такие произведения, то, что оно тебе попадется, понравилось, и вот ты, чисто из-за того, что человек не в нашем братстве, ты его в любом случае не слушаешь. Или все-таки бывают исключения, то, что какая-то песня понравилась, и ты можешь ее либо потом переложить себе как-то на оркестр, либо все-таки слушать ее иногда. Ну, конечно, если песня, ну, нормальная, без всяких, ну, конечно. Слушай, можешь, пожалуйста, назвать, может быть, три произведения или хотя бы одно, вот самое такое из последних, которое тебе больше всех понравилось и которое ты сейчас в последнее время больше всего слушаешь? Спустилась ночь над Вифлеемом. Потом «Радость Рождества» и «The Studio», который выпустил. «Неужели детство дни пролетели?» Тоже хорошее произведение. Ну, в общем, первые такие рождественские, как раз только Рождество прошло, и ты под это настроение подстроился. Ну, слава Богу, спасибо большое тебе за твои ответы. Пусть тебя Господь благословит в твоем служении. С Богом! Приветствую тебя, брат. Представься, пожалуйста, как тебя зовут, и расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, и служение, какое в церкви ты несешь. Я член церкви в городе Рачи, это Украина. В церкви я занимаюсь в области музыкального служения. Немножко помогаю с молодежным хором, занимаюсь, спевки провожу. Также раньше проводил с подростковой группой, тоже вел спевку. Ну так, как Бог дает силы в области музыки, стараюсь. Ну, в общем, с музыкой ты тесно связан, да? Ну, мне сильно.
сильно нравится музыка, много слушаю, частенько нравится как бы быть рядом с музыкой в церкви. Отлично. Ну поделись немного с нами, какую музыку ты любишь слушать? Какая музыка больше тебе по душе? Ну, я много музыки слушаю. Наверное, нету такого дня, чтобы я не слушал какую-то музыку. Мне нравится музыка, которую выпускают наши братья. Это музыкальный хоровой отдел и все, что как бы рядом с этим, которое одобряют наши братья. Ну, как бы распространенная христианская музыка, которая как бы учению нашего братства не противоречит. Ну, если из фамилий таких говорить, то это семья Перепековских, Вениамин Бальжик, ансамбль «Воскресенье» также много слушаю, ну, типа такого что-то. Слушай, может, есть какие-то исполнители, которые не входят в наше братство? Таких нету, которых ты слушаешь? Ну, как бы... В силу того, что я занимаюсь с подростковой группой, я немножко стараюсь контролировать все, что я слушаю, потому что я знаю, что могут смотреть на меня, и вообще как бы, то, что слушаешь, потом формирует вкус. Конечно, я не скажу, что я не слушаю то, что не входит в наши братства. Бывает, что я слушаю, но это сильно мало, может, из 100%, 2% это то, что не наши братства. В основном... Меня вполне устраивает все, что в области нашего братства, как бы в музыкальном хоровом отделе, ну и частные исполнители, которых я назвал также. Слушай, ну на канал Евгения Дмитриева заходишь, слушаешь музыку? Да, частично я тоже слушаю, подписан на канал Евгения Дмитриева, да, ставлю лайки иногда, дизлайки, если честно, тоже. Отлично, это хорошо, что ты сказал про лайки, потому что, друзья, вы тоже ставьте обязательно лайки, и под этим выпуском тоже. Все, спасибо большое тебе за твое участие, пусть Бог благословит тебя в твоем служении, с Богом. Приветствую тебя, Тимофей. Немного представься для нашей аудитории, расскажи, чем ты занимаешься, увлекаешься, и немного поделись тем, какую музыку ты слушаешь, какую музыку ты любишь. Приветствую. Как сказали, меня зовут Тимофей, 16-летний. Я из юга Молдавии, Бежгёсская церковь, может, кто-то слышал. Село Бежгёс. Значит, в церкви я пою в хору, играю в двух оркестрах, и занимаюсь с начинающими скрипачами. Сам тоже играю на скрипке и на контрабасе в народном русском оркестре. Значит, я люблю музыку, слушаю, каждый день слушаю музыку. В моем подсознании как бы музыка разделяется на две категории, то есть живая и электронная. Мне обе категории нравятся, но, конечно, слушая живую музыку, то у меня другие ощущения. Я чувствую, как у меня мурашки прямо по телу. Ну, мне нравится живая музыка. Вот так вот. А может быть, какие-то исполнители вот, из нашей среды, из нашего общества, из нашего братства, какие-то тебе певцы, исполнители более по душе, больше нравятся, каких ты слушаешь чаще всего? Ну, я не могу сказать, что какой-то отдельный исполнитель мне больше всего на сердце ложится. Я в основном... Даже вот очень хороший канал есть на Ютубе, вот Евгения Дмитриева. Как бы он скидывает туда разных исполнителей песни, разных композиторов песни. Я прямо оттуда слушаю или с телеграм-канала, как бы не выбираю, можно сказать. Есть тоже христианские исполнители, которые не входят в наше объединение. Там, например, многие слушают Харольского. Такую музыку, как она тебе вообще? Ты ее вообще не слушаешь? Или, может, все-таки бывает, и какие-то произведения тебе серьезно нравятся? Я могу послушать, но как-то вот как каждый день слушать. Например, вышла у него песня, я прослушал, и как для себя просто, для знания просто как бы. Ну, как бы не слушаю каждый день. Вот так. Хорошо, спасибо большое за твои ответы. С Богом, Тимофей. Все, с Богом. Сейчас
Сейчас мы зададим вопросы сестре из нашей молодежи. Ее зовут Лена. Она у нас занимается с детским скрипичным ансамблем. Сама играет в церковном скрипичном ансамбле, поет в хоре. В общем, очень много музыкального служения несет. Лена, расскажи нам, пожалуйста, какую музыку ты слушаешь, какая музыка тебе нравится? Всегда по-разному, но больше люблю слушать инструментальную. А также слушаю немного хоровые и вокальные. Слушай, может, какие-то произведения, которые прям любимые у тебя есть из последних? Последнее я слушала «О, как чудесен он». Очень сильно понравилось произведение. Песковский пели. А исполнители вообще какие? Назови топ-3, которые для тебя больше импонируют. Виталий Русалок, Михаил Шубейко и Игорь Цуман. Слушай, ну оказывает ли вообще какое-то влияние на твою жизнь музыка? Может быть, есть какие-то определенные истории или случаи, когда музыка тебе как-то помогла? На самом деле очень большое влияние. Часто, когда у меня какая-то печаль или грусть, я включаю музыку и все. Посмотрел, правда, какую. Спасибо тебе, Лен, большое за участие. Вот я бы всем участникам так руку пожал, только жаль, мы на большом расстоянии. С Богом, пока. Друзья, теперь мы имеем общее представление о том, какую музыку слушают современные христиане из наших церквей. Ответьте каждый сам себе, какую музыку слушаю я. Слушаю ли я вообще христианскую музыку? Приносит ли она мне пользу в моей духовной жизни? Важно понять и принять тот факт, что музыка – это действительно важная часть нашей христианской жизни. В следующих выпусках мы затронем еще много разных сторон в музыке. Вы можете в комментариях предложить темы, которые бы вы хотели раскрыть в нашей программе. Если вы желаете высказать свое мнение в одном из выпусков, написать отзыв, критику или что-то еще нам сказать лично, обращайтесь по контактам, указанным на экране или в описании. Благодарю за просмотр этого выпуска. До новых встреч, друзья! Слушайте хорошую музыку, любите Бога и окружающих, несите в мир добро. С Богом!